Всем привет! Сегодня я нахожусь в магазине Target, и здесь есть такое, при приходе есть такие ряды, где здесь все дешевле. Раньше здесь все было по доллару, а сейчас они сделали там по 3 доллара, по 4 доллара. Но здесь каждый раз они меняют, типа каждый сезон. Вот, например, сейчас вот сезон будет школьный, и они меняют очень часто. Здесь такой товар как бы дешевый, но он и дешевый. Сейчас немножко я хочу по этим рядам пройтись, посмотреть. Здесь есть канцелярия к школе как раз. Небольшой сделаю обзор, потому что, вот, например, здесь цена, видите, доллар. И почти все здесь по доллару или по 3. Обычно здесь в Таргете они эти ряды ставят при входе, где вот отдельно от всех других рядов, потому что здесь такие товары подешевле. Вот здесь цена 3 доллара. Ведерки, прищепки. Прищепки 3 доллара стоят. Ну, конечно, кому надо к школе. Пеналы разные. Вот, значит, цена на пеналы доллар. Вот тут такие разные интересные вещи. Конечно, кому надо. Что за цена? Тоже, наверное, да. Вот доллар — это какие-то карточки. Изучать писание, математику. Вот, что это такое? Клипстрип. 3 прищепки. Тоже, наверное, что-то для организации. Это такие. Видите? Организовывать артворк. Желтое еще есть. Вот еще сколько это стоит такая дощечка. 3 доллара. Сейчас уже люди начинают к школе собираться, покупать все для детей. Я даже не знаю, что покупать, потому что очень много осталось с прошлого года. Например, Даника ходил в киндергарден. Ну, много чего не надо было. Сейчас, наверное, у них будет список в школе. Он идет сейчас в первый класс. Это карточки. И, наверное, будет список, что нужно приносить в портфеле. Вот. Уже у меня есть много... Вот это надувной шарик разукрашивать. Интересно. Уже много я, конечно, в Goodwill Outlet набрала. И карандашей, и тетрадок набрала. Конечно, там за копейки покупаю. Здесь оно все стоит определенную цену. Вот здесь какие-то календарики. Раньше это место вот в Таргете называлось Dollar Spot, потому что все было за доллар. Именно так и называлось Dollar Spot. Сейчас они поменяли. Календарик интересный. Тут, наверное, листы обрываются. И они поменяли и last day of school. Last day of. Last day of. 5 долларов. Немножко дощечка. Это пазлы какие-то. 3 доллара. Потому что они поменяли, потому что они повысили цену. Вот еще. Доска для мыла. Наушники. Наушники 5 долларов. Держать телефон на машине. 5 долларов. Зарядка для телефона. 5 долларов тоже. Ну, это хорошая цена. 5 долларов зарядка для телефона. Некоторые зарядки даже 10 долларов стоят.
такие блокноты даже есть. Вот бывает, прихожу сюда в Таргет, здесь один товар на этих полках. В следующий раз прихожу сюда в Таргет, уже в другой товар, уже совсем все поменяли. Они здесь часто меняют эти всякие интересные вещички. $3. Пластилин какой-то. Так. Организатор. Карточки. Видите, это $1. Есть еще такой долларный магазин, и там тоже в долларном Dollar Tree, там все по доллару, но там другие товары. Такие товары, как здесь, нету. Там немножко все по-другому. Здесь какая-то книга. Наверное, тоже доллар. А, это учиться писать буквы. Так, надо стилюшку взять, чтобы немножко с этой стороны еще посмотрим, что. О, здесь интересно, карандаши. Вот цена $1. Это building blocks. А это, о, это удивительно. $5, хорошо, цена. Свет для книги. Что это такое? Headphones. Очень много всего для школы, для развивательной такой всякой организации. Да, вот развивательная. Так, крышки есть, а коробочек не видно, коробочек, может быть. Нет. Может быть, с другой стороны коробочки. Так, сейчас немножко посмотрю еще. Ой. Надо развернуться. Потому что тележка большая. Так, хочу посмотреть. А, вот сейчас интересные такие штучки. Видите, это на прищепке. Можно, в принципе, это самому сделать. Это прищепка, приклеена к досточке. А здесь мелом можно писать. И потом это как на корзинку можно повесить. Там написать, например, что там находится. Наклейки. Вот еще такие. Учительница. А это уже $7. Рулон бумаги. Так. А вот, наверное, на эти коробки, наверное, крышки. Вот крышка. А вот коробки. Да. Видно, что сюда идет. Так, что еще мы пропустили? Сейчас посмотрю. Вот, наверное. А, вот здесь еще не смотрели. Организация. Закладки на магните. Наклеечки. Видите, я наклеечки. Наклеечки здесь, например, стоят $1. На свалке всегда нахожу наклейки, их обычно беру. Потому что на вес они почти ничего не стоят. А здесь в магазине заплати $1 за наклейки. Карандаши тоже, наверное, по $1. Такие наборчики. Здесь есть вот еще развивающие книги для детей. Вот носочки. Сколько носочки стоят? $1. Вот. Ну, ага, какая-то. Тоже еще книги. Стараюсь так не сильно долго растягивать. Ну, тоже, чтобы что-то было видно. Так, это что-то не открывается.
это писать по мастерам, которые этот erase marker, который стирающийся и потом стирается. Опять можно писать наборы. Shape and learn. Много всего такого яркого. Магниты. Изучать пузыри. Складывать такое из дерева $3. Marbles. Это доллар. Шапочки. Игрушечные деньги. $3. Дорого. В Outlet'е, Goodwill Outlet'е я беру такие тоже часто. Искусственные цветы. $3. Ничего себе, какая цена. А это тоже $3. Вообще ничего, ни на что не похоже. Я бы такое бы не купила никогда. Так, что мы еще пропустили здесь? Немножко уже показывала. Всякие такие тетради. Опять же, книги. Тут распределено 3-й класс, 2-й класс, 1-й класс. Это тетради. $3. Набор тетради. Интересно. Такие тоненькие тетради. Так, что еще здесь есть? Это... Сейчас немножко пройду с этой стороны. Еще не все. Здесь ряды. Ряды всего интересного. Подарок для учителя. Teacher's rule. Вот еще. Teach caffeine repeat. Цвет мне нравится такой. Очень красивый цвет. Обожаю этот цвет. Я люблю этот цвет и зеленый. Так. Что? Ой. Как эта кружка без ручки. Первый раз такое вижу. Кружка без ручки. Да. Кофе пью. Заказала здесь в Таргете и Starbucks. Заказала себе этот карамель макиадо айст. Обычно я не каждый день кофе пью, потому что мне нельзя кофе часто пить. Это клипс и прищепки. Я столько этих прищепок нахожу на свалке. Это crazy. Доллар. 4 прищепки. Доллар. Вот куда все деньги уходят. А потом это все валяется в секонд-хенде. Никому не надо. Наверное, дневники. А это писать. Тоже набор. Какие интересные блокноты. Какие блокноты. Ого, $3. Фонарики. Да, просто походить, посмотреть, поискать. Я как пойду в магазин, посмотрю на эти цены, а потом бегом. Секонд. Бегу в секонд, потому что я знаю, что там 5 раз дешевле. Может быть, даже и в 10 раз дешевле. Так, здесь посмотрели. Ой, здесь что-то интересное. Такие цвета здесь. Хорошие. Такие цвета здесь милые. Организации. Чашки, плечики,
помнит. Наташа говорит, нет, это тремпеля. Кому плечики, кому тремпеля. Так. Мы еще их вешалки называем. Так, пойду дальше. Здесь видно, что все для вечеринки сделано. Наверное, для девичника. Видите, здесь вот и пачку. Тут можно даже устраивать ice cream party. Все есть. Даже подносики есть. Подставочки. Салфеточки. Такое все милое, красивое. Сколько стоит такая красота? $3. Never settle just for one scoop. Вот. Вот такой милый розовый и милый такой синий. Но это не синий, это, наверное, аква. Бирюзовый цвет более, да, более как бирюзовый. Очень красиво сочетается. Белый, бирюзовый цвет красиво сочетается. Ладно. Посмотрите, какое все милое для девочек. Вот именно вот эти цвета мне так нравятся. Они такие нежные-нежные цвета. Такое все хорошенькое. Наборчики разные. Наклейки. Это More than magic. Это hand sanitizer, да? Руки протирать. Такое все милое, такое все красивое, хорошенькое. Просто чудо. Живи и радуйся. Живи и радуйся. Кошелечки какие прекрасные. Одежда. Красота. Так. Здесь для салфонов accessories. Зашла в отдел, где все для праздника, для день рождения, для партии. Не могу нарадоваться маленьким вещам. Я не знаю, может, у меня такой характер или что. И такие маленькие штучки меня так радуют. Мне так нравится это все рассматривать. Посмотрите, какая прелесть. Это erasers. Это резинки. Стирательные резинки. Представляете? Такое все милое, такое красивое. Это наклеечки. Такие хорошенькие, такие маленькие. Они используют, например, такие маленькие подарочки для party favors. Вот, очень много наборов маленьких таких подарочков. И когда после дня рождения, я тоже так делала на нашем дне рождения с Данилкой. И в такой кулек складываются вот такие кулечки, набор. И ложится там конфетка, игрушечка, там что-то еще. Получается такой маленький подарочек. И каждый ребенок после дня рождения уходит со своим маленьким подарочком. Чтобы как бы не было обидно, что именинник получил столько подарков, знаете. А дети, которые пришли на день рождения, ничего не получили. Но им дают такие party favors. Называется party favors. Ну, то в Америке так часто практикуют. Я думаю, это хорошая идея. Здесь какие-то наборы тоже интересные. Так. Вот, очень много красивого всего. Смотрите, можно сделать день рождения под любой вкус, под любой цвет. Столько много здесь разнообразия. Очень много можно, конечно, и создать своими руками. И для подделок здесь, ну, здесь рай для подделок.
Ну, еще, конечно же, есть специальный магазин. Специальный магазин, там только все для рукоделия. Так там заходишь, и можно целый день проходить. Так всего так много всего интересного. Когда вы покупаете в Таргете, то именно скидки у них находятся в конце ряда. Видите, вот это желтое. Вот там это желтые вывески. И написано вот clearance. И всегда в конце ряда. И они здесь выставляют со скидками товар. Вот, я обычно смотрю, значит, первая цена 7,99, а сейчас 3,98. И часто они также пишут, сколько, какая скидка. Что-то сейчас уже не видно. А, вот, например, смотрите. Когда смотрите вот на эту этикетку в Таргете, это только в этом магазине. Вот здесь маленькая цифра, вот эта. В углу здесь написано 50. Это значит, там очень, конечно, тяжело видно, вот здесь написано 50. Это значит, что 50% скидка. 14,99, а сейчас 7,48. Да, 50% скидка на сейчас на эту вещь. Потом они через неделю здесь другая появляется этикетка, ну, и потом получается, что еще дешевле. Потом 70% скидка. Некоторые товары доходят до 90%, до, наверное, до 70%, но до 90% только доходит товар рождественский. И не так оценивают. И бывает, что можно купить очень хорошие вещи намного дешевле, намного. Просто надо проверять вот эти концы этих рядов, где скидка. И каждый сезон, каждый месяц у них скидка на другом ряду. Вот, например, здесь тоже, видите, написано clearance. Это значит скидка. Было 24,99, сейчас 12,48. Вот цена. Да кто хочет, конечно, сэкономить. Вот, раньше было 9,99, сейчас 8,48. Это плохая скидка, это, наверное, только 10%. Видите Лего Дупло, которое я беру на свалке? Лего Дупло. Видите, какая здесь цена? Такая маленькая коробочка стоит $10. Вот почему выгодно покупать в секонд-хенде. Так, идем дальше. Я здесь просто смотрю, пока прицениваюсь, потому что мне ничего не надо. Я просто хотела сюда сейчас зайти. Я ехала мимо Таргета. Хотела зайти посмотреть, какой у них новый товар. Просто выставили. Бывает так, походишь, так что-то и захочется купить. Вот, смотрите, 50% до 70%. Можно купить летом игрушки на подарок на Рождество. Для зимы, да? Потому что летом очень хорошие цены. Вот, 50% скидка. $15 такой наборчик. Если вот я нахожу такие хорошие цены, например, я раньше на Амазоне часто продавала, сейчас я меньше продаю на Амазон. Я скупаю почти всю полку с хорошей ценой, чтобы потом перепродать. А потом на Рождество я продаю в 3 раза дороже, потому что на Рождество все разгребают, все раскупают. На Рождество можно продать, конечно, дороже. По интернету, по Амазону. И также у меня еще остается, например, некоторые игрушки для подарка, если идти куда-то в гости на день рождения. Вот дети часто ходят, так у меня всегда есть. И обычно никогда не плачу цену. Что там падает? Никогда не плачу цену магазину. Всегда со скидкой беру. Большой магазин, можно ходить целый день. Пройдемся немножко еще по канцелярии. Я так быстро пробегусь, потому что сейчас я ничего не покупаю. Здесь так все красиво выложили. Обычно здесь такое все seasonal. В этой стороне магазина все такое seasonal. А когда Рождество, здесь все для Рождества, когда лето. Ой, ничего себе, какая красота.
такое все хорошенькое, красивое. Ладно. Скоро же домой пойду. Всем спасибо за просмотр. Пока.